Вашему вниманию седьмой бой. Формула боя 10 раундов во втором среднем весе. Судейская бригада данного боя. Рефери в ринге Александр Калинкин. Боковые судьи Николай Сигов, Юрий Копцев и Антон Шарков. И в синий угол ринга приглашается боксер Архан Гаджиев. День Победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы городом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. В красный угол ринга приглашается боксер из Новокузнецка Павел Селягин. Вашему вниманию более подробная информация о боксере. Боец в синем углу ринга. Ему 28 лет. Рост 177 сантиметров. Вес 76 килограммов 350 граммов. Его профессиональный рекорд 8 побед, 6 из которых были одержаны нокаутом и ни одной ничьи. Он чемпион СНГ и славянских стран среди профессионалов. Архан Гаджиев! Его оппонент в красном углу, ему 26 лет, рост 186 сантиметров, вес 76 килограммов 50 граммов, профессиональный рекорд 3 победы, одна из которых была одержана нокаутом и 0 поражений. Он призер чемпионата мира, обладатель титул чемпиона Азии по версии WBA Asia, боксер из Новокузнецка Павел Селягин. Пожмите руки, пожмите руки. Давайте слушайте, команда. Соблюдайте правила. Команда брейк, делаем шаг назад. Команда стоп, брейк, сейчас все вместе. Желаю успеха, по углам. Красные готовы? Можно. Thank you.
Thank you.
Снимай перчатки. Эх, кого? Невозможно. Определили, что лоб повредил. Не может даже. Вот. Да, да. В связи с невозможностью продолжить бой из-за травмы, техническим нокаутом победу одерживает боец красного угла Павел Селягин.